Смотрите, народ. Тачка супер, но даже она не проедет через 20-мильную пробку. Дальше пешком. Не переживай, Элис. Ты же вытащил нас оттуда. Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами Лысый Пётр. И сегодня мы продолжаем играть Left 4 Dead 2. Это у нас прохождение нашей любимой игры. Сейчас будем ходить, играть за боков, проходить игру, короче. На, скотина, ни хрена себе расчленка. И как я уже говорил, здесь офигенная расчленка, что мне больше всего нравится. О, тихо. А ну-ка. О, что происходит? Блин, это вообще просто супер. Я недавно переустанавливал компьютер, потому что мне удалились все сохранения с Гарри Поттера, все сохранения с Були, поэтому приходить все заново. Так что наслаждайтесь пока Left 4 Dead, потому что здесь сохранения не нужны, можно начать сохранение, когда захочете, как вы знаете. Ну, скоро я буду заново открыть Гарри Поттер до того места и записывать. Так что скоро будет... Блин, охотник. Где-то охотник здесь. Это здесь охотник. Скоро будем ходить и буди. О! О! На, получил. Дайте мне говорить. Скоро будем ходить и буди. И Гарри Поттер. Всегда на моем канале. Да, конечно, Гарри Поттер очень хорошая игра. Мне она очень нравится. Будем ходить. Мне там интересно, что там дальше будет. А то кончим захочешь на практику. А в Були мы закончили на то, что мы сохранились и в общаге там стояли. Будет очень интересно, так что ждите. Воу. Офигеть, мы только что нашли этот. О, можно поменять на этот. Мы нашли катану. Чего мы резать всех. Да, здесь кого-то уже перерезали. Ведь здесь военные надо были. Здесь, может, там остались или? Не, всех, наверное, сожрали. Смотрите, там какое-то оружие. Прожектора. Ага, вот. Это наверняка шелестящие дубы. Какие? Чё? Я не понимаю, что он говорит. Но можно нам подстрелить зомбаков таким. Чем присядем я? Офигенно, команда у нас, да? С ботами. Так, чем-нибудь разрежем. Так. На, ни хрена себе. Просто размотал нахрен. Так, а тебя еще. Так. На. Вижу пацанов. На. На. О, о, помните ее, помните. Так, она замочит. Блин, не то. На, слизь, слизь. А, его уже убили. Ну ладно. Так, за зомбаков надо. Бегом здесь очень много зомбаков, как на следующем. Ничего. Ой, снайперская винтовка. Так, прицеливаться на колесико мышки. Тем бы вам подстреливать. О боже мой, схватили, пацана. На. Как хорошо, что у нас винтовка есть. Чё? Оу! Нет, нет, нет! Ушел, 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 ушел нахуй! О, пацаны! Ни хрена, нас только что чуть не убили. Дробаш, дробаш! Не нафиг. Так, нам надо зарядить винтовку. Так, сейчас мы поставим вот. Пацаны, берите, что хочешь. Оу! А ушли нахрен. Так, надо срочно взять птичку. Изукачка. На. Зажегся. Снайпер. Охренеть, я снайпер, блин. С третьего раза попал. Перезаряжаю. Давай перезаряжать. Ща мы попробуем кого-нибудь вынести так вот. Нет, это, наверное, плохая будет какие-то. Стрельни, там мы сейчас возьмем. Используем таблетки и возьмем новые. Ну бери. Таблетки у меня. Стоморет. Вы слышите? Вы слышите это? А ну-ка. А ну-ка. На. Хорошо, попал. Кто орёт? Кажется, это наш малый Жеки. Перезаряжаю. Баба! Сгорел. Там что-то бегал это. Плевальщица. Перезаряжаю. Вон она. На, скотина. Здорово. Офигенно. Прям как снайпер. О, еще вижу. На. Там хэдшот. 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 О, ачивка. Отлично, получил ачивку. Куда не стрелять? Осторожнее, ребят, смотрите. Главное... Во! Ёх ты, баба, меня убивают! Не убивают! Ребят, главное не стрелять в эту машину. Осторожно надо. Так, осторожно. Ой, я нечаянно. Ей-богу, я нечаянно. Ребята, я нечаянно.
Погнали! Помните, в трейлере там была такая музыка классная играла. И мочили всех зомбаков. Вот, то же самое почти. Только музыки не хватает. Конечно, музыку я не вставишь, потому что тут меня найдут на ютубе еще, блин. Дадут бан за музыку. Так что я не буду рисковать. Просто помочь. Смотрите, какая месиво просто тумба. О, уйдите, уйдите от меня. Да, скотина, без ноги остался. Опа. Кто еще? Да что за хрень? А. Шел. Шел. Да, конечно, винтовка это не то, что я думал. Слышите это? Да ёханы. Что происходит? Так, надо пацана этого полечить. Вот этого. Хорошо, ему досталось, я, блин. А, мы за это, за Нигу убираем. Это хорошо. За Нигу мне нравится. Что это за звуки такие? Что это за звуки? А, это нас в другом, в другой комнате. Здесь я. Не? Что происходит, блин? Так, надо отсюда убираться. Бомбу. О, бомба. Это хорошо. Так, ну, скорее всего, сюда. Вот, дробаш, то, что я говорил. Кинем бомбу на всякий случай. Погнала. Даже не обращайся назад. Как супер крутые чуваки, уйдем просто. Возьмем дробаш, так, катан или... Возьмем, давайте возьмем это, просто катан мы уже проходили. Правый заменить. Хорошо, здесь оружие не ломается. Вот кто-то кричит. Воу, черт! Ребята, я думал, что я справлюсь, но не справился. Жаки, на, прям просто боску снес ему. Охрененно. Так, на куда? Вот там, скорее всего. Так, если в каждую комнату не вызовите, то будет очень долго. Хотя в это зайдем. Сюда, скорее всего, да. Вот сюда, офигеть. Кто здесь проломил это все? В окно, скорее. В окно? Погнали в окно. А, точно, сейчас бы я выпал. Тёк. Все хорошо? Что? Зачем ты убил? Дебил долбанный. Я хотел с ним пообщаться. Блин, какая же здесь расчленилка труба просто. Опа! Да, это, конечно, получше походить, чем с утовкой. Воу, воу, нахуй. Просто стреляем в воздух. Йо, громила, громила. Ушел. Есть. Что? Что с ним произошло? Ой, я вижу, что-то кто-то светит. Охотник, мочите. Что здесь происходит? Уходим отсюда, уходим, нахрен. Нахрен это надо, я на это не подписываюсь. О. Ведьма. Ребята, знаете, что я сейчас делаю? Скажешь, я безумец и похрен. О, лысый Пётр, беги. Беги, лысый Пётр. Нет. Не сдох. Ребята, сейчас убьёт меня. Не сдох. Блин, я сейчас еще и могу умереть так. Фух. Хорошо, что у меня есть боты. Еще бы меня уже убили. Давай, лечи. Конечно, лечи. Я, в принципе, не против, чтобы они меня не полечили. Вот и я про то же. Блин, он прямо с сынком разговаривает. Надо поаккуратнее тут спускаться. Холм шибко крутой. Так, что это у нас? Во! Какая-то новая самодельная винтовка. Сейчас мы поставим. Огненные пули. То, что надо. То, что надо. Мне кажется, не первый, кто решил здесь срезать. Так. Опа. Скинули. А что не бахнуло? Я думал, бахнуть сейчас. Ой, блин. Ой. Вот дерьмо. Блин, чувак падает. Куда мы попали? Что-то мне это не нравится. Ладно. Что за хрень? Громила! Ух, чё хрена? Он бочку нам принёс! Ебах, охренеть. Ты шо как? Ой. Давай, мочи. Убиваем. Так, погнали дальше. Где толстяк? Толстуха. Так, просто расстрел. Машина? Какого хрена там машина делает? Кто-то там вообще заехал не очень удачно. Смотрите. Давай, взрывайся, скотина. Чего, какой поводец? Ну ладно, я даже не буду спрашивать. Так, хорошо. Вон там какой-то домик есть, это что, туалет что ли? Так, ну как в тубик зайдем. О, открытый.
Так, меня не беспокоить, эй. Все, меня не беспокоить. Что мы там сандили? Да, особо такого ничего интересного нет. Ладно, пошли сюда. Так, что у нас тут? Нам баксы приносим, мы сейчас стреляем нахрен. Так, надо, скорее всего, туда. Вверх, на холм. Да чё ж так пули разносит от дуба просто? Также я думал, может быть, мне начать проходить Overlord заново. Как вы помните на моем канале уже. Танк! Ни хрена! Да это говорить хотя бы Overlord! Проходите Overlord! Проходите Overlord! Хочу я проходить Overlord, так что вы пишите в комментариях, нужен вам Overlord на моем канале или нет. Мочите ж вы его! Танка, добить, добить! Иди сюда! Слышь, танк! Танк крутой такой, да? Разрезал просто нахрен его. Отлично. Так, куда он дальше? Скорее всего, сюда. Что у нас здесь? О, какой-то... Что это за стоянка какая-то? Пойдем посмотрим. Здесь и военные уже были. Ой, главное не тронет эту хрень. Главное не тронет хрень, да? Ой, осторожно. О, пацана сейчас убьет. Ой, сука, умирай! Баба! Встали, блин, на машины, мочимся. Уходим, уходим. Не бегут. Мочим, 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 мочим. Ой, меня сейчас кружат. Просто труба, какой расстрел. Все, мне патроны кончились. А, все, убежище. Заходим, заходим. Заходим. Пацан, нахрен его. Хотя нет, мы так не можем поступить. Ну, спасем. Фух, ну как-то ж классно, капец, просто. Ушел, я сам его спасу, я сам его спасу. Ну дай спасти его, дай спасти. Ладно. Заходим. Заходи, дебил. Все. Мы прошли. Сейчас мы будем с вами прощаться после того, как закончится эта таблица до наших достижений. Вот так. Все, ребята, с вами был Лысый Петр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.